В России начинается поэтапное повышение пенсии. Как сообщает ПФР, право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2% пенсионных баллов. Реальное повышение пенсионного возраста в 2019 составит всего полгода. Воспользоваться этой льготой смогут женщины 1964 года рождения и мужчины 59 года рождения. Выходить на пенсию они начнут уже с июля. Для многих россиян пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим определенные льготы. Повышение пенсионного возраста также не распространяется на пенсии по инвалидности.